Тур вальса в исполнении тяжелой техники не просто завораживающее зрелище. Танец показывает, что даже трактор может быть очень ласковым и очень нежным, если им управляет профессионал. В День народного единства на площади Куйбышева собрались тысячи людей, даже несмотря на непогоду. Единение, общий праздник, ощущение. Ну и детям мы привели детей тоже показать им. Россия — это ведущая страна. Вот. Праздник очень хороший. Хорошо, что все собрались. Вот, да. Весело. Концерт. Все прекрасно. Этот праздник, я считаю, имеет огромное значение для нашей страны, поскольку страна сама по себе очень большая, да? Шестая часть земли. И на этой территории проживает очень много разных народов, национальностей, достойного того, чтобы в мире к этому народу относились с уважением. А для этого надо в первую очередь уважать себя и ощущать вот это самое единство. На площади работали муниципальные подворья, плюс ярмарка, на которой можно приобрести продукты напрямую от лучших хозяйств региона. Праздник праздником, а все-таки многие воспользовались возможностью совместить выходной день отдых с закупками. Торжество удалось на славу. Композиции дуэта «Баян Микс» площадь встречала с танцами. От имени губернатора с праздником самарцев и гостей города поздравил председатель областного правительства Александр Нефедов. Он отметил, что жители региона не раз подтверждали свою сплоченность и как результат небывалые достижения и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других отраслях экономики. А значит, будущее опорного края России в надежных руках. Наш губернатор уверен, что политическое лицо области, как опорного края державы, наша единственная сплоченность является залогом разрешения накопившихся проблем. И как подтверждение заслуг региона — государственные награды, которые были вручены на митинге, в том числе почетный знак «Самара — город трудовой и боевой славы». Олег Зверев, Василий Колдашов. События.